британского танка «Челленджер». Миф британцев о неуязвимости этой машины развеян. Удар нанес расчет ракетного комплекса «Корнет». Он горел долго, очень-очень долго горел. То есть он больше суток горел просто и несколько раз взрывался. Ну, то же самое, что как и обычный танк. Для нас танк есть танк обычный. Ну, как бы цель была и все. Против «Корнета» еще не было танка, который устоял бы. Ранее в сети появилась информация о двух подбитых «Челленджерах». Один сгорел под Работино. Потерю признали даже в британском оборонном ведомстве. Второй попал на видео, снятое украинскими боевиками. Какой из «Челленджеров» уничтожил наш «Корнет», Минобороны не уточнили.